Всем привет! Продолжаем гулять по выставкам Санкт-Петербурга. Очередная выставка в музее Рарта называется «Твердая линия». Георгий Вартанович Франгулян. Скульптор, народный художник России, действительно член Российской академии художеств, профессор Международной академии архитектуры. Родился в 1945 году в Тбилиси, сейчас живет в Москве. Окончил отделение скульптуры Высшего художественно-промышленного училища имени Строганова в Москве. В 1983 году создал первое в СССР авторское литейное производство, где самостоятельно воплощает свои произведения, так написано в анонсе. Автор многочисленных монументальных композиций, ну вот некоторые, которые можно перечислить. Памятник Петру I в Антверпене, Александру Пушкину в Брюсселе, аллегорические фигуры на здании Российской академии наук, памятник Булату Акуджаве, Иосифу Бродскому, Дмитрию Шостаковичу, Анатолию Тарасову. Ну, много тут можно перечислять. Кстати, была у него уникальная скульптурная композиция «Ладья Данте», которая изображала Данте и Вергилия, плывущего в потусторонний мир. В 2007 году весной она была установлена в Венеции на водной поверхности лагуны набережной Фондаменто Новое. Работают в жанре станковой и монументальной скульптуры с различными материалами. От бронзы, мрамором, деревом, керамикой, стеклом создают графические живописные произведения. Скульптор уверен, что монументальность заключается не в физическом размере, а в пластической идее, которая лежит в основе произведения. Так вот, в музее Рарта представлены станковые произведения Георгия Франгуляна, созданные в различных стилях и материалах и объединенных одной общей мыслью. Скульптура способна формировать пространство, в первую очередь благодаря выразительности формы, а потом уже и сюжета. Интересные работы рекомендую посмотреть, если будет возможность сходить в Рарту. Вот что мог я здесь пофотографировал, поснимал, посмотрите, пожалуйста. Я думаю, что это интересно. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам рассказать. Пока-пока, до свидания. Это была выставка Георгия Вартановича Франгуляна «Твердая линия». Ну вот посмотрите, кто досмотрит мой видеосюжет. Хорошие, действительно интереснейшие работы, как мне показалось. Я не специалист, конечно. Посмотрите, кто посмотрит, то посмотрит. Ну а кто не посмотрит, тот и не посмотрит. Лучше, конечно, всего прийти на выставку. Пока-пока, до свидания.